OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Обстріли території Ізраїля продовжались більше 8 часов. Бойовики Хамас заявляют о взятии одного города за другим. Палестину поддержал Иран. Еще несколько стран региона высказались против Израиля. На всей территории Израиля вводится режим чрезвычайного положения. Резервисты максимально быстро доставляются на территорию частей. Израиль в состоянии войны. Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация. Это война. И мы победим. Сейчас продолжаются бои в нескольких населенных пунктах на территории Израиля. Населенные пункты, прилегающие к сектору Газа. Кфараза, такой поселок, там продолжаются попытки вызволить заложников. До этого ночью были освобождены заложники в двух населенных пунктах. Так, в одном месте там около 50 человек содержались в столовой, их удалось освободить, и еще в одном месте террорист взял заложников, его ликвидировали, трое бойцов получили ранения наших и тоже освобождены, живы целые заложники. Но вот в еще одном поселке идет бой за заложников, а кроме того, сейчас продолжаются еще боестолкновения в ряде мест на границе, потому что граница была проломлена, и боевики пытаются, до сих пор не выдавлены оттуда, а со стороны Газы они поддержаны минометным огнем и ракетным огнем. В общей сложности мы говорим уже сейчас о примерно 350 погибших израильтянах, около 2000, немножко меньше, около 1800 человек госпитализированы, находятся в израильских больницах, в одной из южных больниц их 700, тех, которых можно перевозят в центр страны, потому что больницы юга не справляются с таким наплывом. Из южной вот этой вот полосы, ближе сектора Газы, вывозят сейчас, эвакуируют гражданское население. Армия обороны Израиля и служба тыла рассчитывают завершить эту эвакуацию в течение суток. По Газу, по самому сектору Газа продолжают наносить удары. Удары с воздуха, хотя идет подготовка к наземной операции уже. Удары с воздуха. С той стороны Минздрав Палестины сообщает о погибших 330 и около 2000 раненых. У нас нету пока раскладки, сколько именно пострадало гражданских, а сколько реально боевиков, ну и хотя бы боевиков среднего и высшего звена. Известно, что был нанесен удар по дому Ихи Синвара. Это руководитель Хамаса в секторе Газа. Известно, что был нанесен удар по дому руководителя их разведслужбы. Вот. Как пройдет наземная операция и какие цели перед ней ставятся, тоже сказать сложно. Кроме одной, Цахал предполагает создать относительно широкую такую буферную зону за счет, опять же, территории сектора Газа, чтобы в будущем осложнить подобные прорывы наземной границы. Несколько часов назад уничтожили боевиков, которые вновь попытались проникнуть морем. Это вторая уже попытка, через море им проникнуть не удается. Вчера была уничтожена лодка или лодки с несколькими десятками боевиков. Сегодня говорится об убийстве, ликвидации 5 боевиков, которые пытались пройти морем. Воздухом они проникнуть тоже не смогли. И ну вот сейчас локальные бои плюс мобилизация резервистов. Пока известно о 20 тысячах призванных резервистов. В первую очередь вчера, разумеется, призывались летчики, штурманы, все, что связано с высокотехнологическими подразделениями армии обороны Израиля. Такова ситуация примерно. Ну и плюс, вот вы упомянули обмен ударами на севере. Пока что Хизбалла не посылает сигналы о готовности открыть второй фронт на северной границе. Но это вторая перестрелка. Уже с той стороны прилетел минометный снаряд. Мы в ответ уничтожили одну из палаток Хизбаллы, один из таких наблюдательных пунктов ее. То есть там напряженно, но пока движения нет, и служба тыла предупредила местных жителей на севере, чтобы они на всякий случай не отдалялись далеко от домов, от своих бомбоубежищ и защищенных комнат. Ну вот некоторые эксперты, говоря о провале израильской разведки, говорят, что он стал возможен из-за того, что не обошлось без опытных
кураторов в погонах, и не только со стороны Ирана, но даже из Москвы. Насколько эта версия, по-вашему, может иметь место, и какую пользу хотелось бы Москве извлечь из данной ситуации, данной террористической атаки по Израилю? Ну, вы знаете, я не могу, конечно, отрицать наличие там кураторов в чьих угодно погонах. Москва сотрудничает с Хамасом, Иран сотрудничает с исламским джихадом. Все они сотрудничают между собой. Некоторое время назад они подписали между Хизбаллой, Россией, Ираном и Сирией договор официальный о взаимообмене оружием и боеприпасами. Там Хизбалла что-то передает России, Тегеран что-то взамен передает Хизбалле. То есть это нормальное военное ситуационное сотрудничество. Конечно, там заодно могут быть и военные специалисты, которые так или иначе что-то советуют. Но это никоим образом не может оправдывать израильскую разведку, потому что это, ну, отнюдь не первое и не позавчерашнее появление иранских военспецов, и отнюдь не первое, не позавчерашнее появление российских военспецов на этих местах. Мы обязаны были, и все были уверены, что так и есть, мы собирать информацию, обладать информацией, вне зависимости от того, кто из Москвы или из Тегерана туда приехал, в каких он погонах и что он умеет. Это первое. Второе, что может выиграть от этого Россия? Ну, во-первых, со вчерашнего дня в пабликах распространяется, я не помню, уже я рассказывал об этом или нет, такое злорадство российских пропагандистов, вот там Симонян, Прилепин, они там юморят на эту тему, вот. Были попытки сравнивать украинцев. Там один Марков, по-моему, тоже замечательный персонаж российский, написал, что их нельзя вас сравнивать с Хамасом, потому что вы это ИГИЛ. Как бы я не очень думаю, что Марков вообще знает, что такое организация «Исламский джихад», на какой идеологической базе оно стоит, потому что это на самом деле большевистская организация, ну, по определенным признакам. Но неважно. То есть для России любая новая площадка на теле планеты, она хороша, потому что, ну, во-первых, там постоянно сейчас предпринимают попытки опять уравнять себя с Израилем, что вот Израиль воюет с террористами, и Москва якобы воюет с террористами. Хотя это абсолютно обратная аналогия. Террористы вторглись на территорию Израиля, и террористы вторглись на территорию Украины. Как бы в обратную сторону ничего не шло. Возможно, они рассчитывают, что сейчас будет каким-то образом внимание отвлечено. Я не исключаю этого только потому, что не знаю глубины тупости московских аналитиков. Здесь Америке и прочему Западу не на что особо отличаться. Понятное дело, что и Байден, и вслед за ним Министерство обороны заявило, американское, что любую помощь военную, которая Израилю нужна в данный момент, Израиль получит. Но в принципе Израиль вооружен. Ему может понадобиться дополнительный боеприпас. Ему, конечно, нужна разведывательная информация, но мы и так постоянно обмениваемся этой информацией. То есть у нас другая ситуация. Мы не находимся в положении, когда нам срочно нужно искать где-то танки, ПВО или что-то другое. Ну, может быть, где-то потребуется усиление. Поэтому сказать, что вот, ну, мы не будем еще и говорить о масштабах, да, там, несравнимых Израиля и Украины. То есть предположить, что весь Запад сейчас вообще отвернется от России, скажет, да делайте, что хотите там в Украине, а мы срочно защищаем Израиль. Ну, это бред просто. Такого не бывает никогда и нигде. Не говоря уже о том, что нормальные страны с нормальным аналитическим оснащением своих политических решений имеют достаточное количество голов и think-tanks для того, чтобы следить за двумя полями боя, за тремя полями боя и так далее. США не прекратят поддерживать Украину. Об этом в интервью CNN заявил секретарь СНБО Украины Данилов. Луганский уголовник уверен, что мир находится на перепутье, и США, как гарант демократии во всем мире, не могут просто наблюдать со стороны за тем, как его страна продолжает страдать от действий России. Помощник главы оборонного ведомства Дуглас Буш в интервью Bloomberg заявил, что США готовы отправить в Киев ракеты «Атакамс» с кассетными боеприпасами, как только Байден даст добро. По его словам, служба Пентагона давно готовилась к такому развитию событий. Это цитата. Так что, какие именно ракеты отправятся на фронт, американцы уже решили. Осталось дождаться отмашки из Белого дома.